Ну что же, дорогие товарищи, надежда утопленника, спасательная операция, смертельна. Радиоактивная зона. Да. В прошлый раз как-то так тухловато получилось. Ну, конечно, этот, как там его, блин, ликвидация была веселой. Помнишь, ты помнишь его? Как мы с одними кирками ходили на дредноута. Такое не забывается. У меня до сих пор шрамы остались. This is a salvage mission. A previous crew lost their mini mules, their drop pod and their lives in this cave. Find the repair the lost mules, get the drop pod operational and return to base. Просто все все накидали сразу. Хороший, хороший повод. О, тут сборщик. Так, нитра. Что-то даже как-то подозрительно. Еще так. Ага. Олли. Так, там наверху уже ничего. А, вот, смотри. Папка, шляпка, гриб. Лестницу сделан. Людей. А, это ты пробурил? Я думал, там лестница сделана тут. О, еще шляпка гриб. О, еще нашел. Да. Ой, я случайно вызвал ее. Кого? Молли. Так, сейчас прибежит куча всяких. Твари, судя по всему. Just take your sweet time, old lady. I've got all day. Terrain scanner just got updated with a new location. О, да. О, вот это вот надо убить. Heads up, miners. You're about to get peppered by lithophage meteor fragments. Ой, бля. Ой, тут двойная, это самая хрень. Воу, а что тут такое-то резко жарко? А там сразу же этот кубок оказался. Я даже не понял, что произошло, ёб твою мать. Тут просто кубок оказался, который вызывает. Тут со всех сторон просто налетели. А чё они не убиваются? Да. Или я не понял? А, понятно, рассинхрон. А, да. Вот теперь засинхронилось. Я уже мертвый лежу. Ладно. Главное, интересно, боты за мной бежали, а я по ним стрелял. И им ни хрена. Но они при этом меня преследовали. Значит, боты просчитываются локально на компьютере, получается, что ли? Ну, я тебе не скажу, конечно. Ну ладно, кубок у нас по крайней мере есть. И вот это еще хрень надо развалить.
О, нашли. Проход вниз. А, это туда уже выход, понятно. Чего интересно? А вон там вдалеке претарианец бегает. Кто-то это здоровье. Ой, едрит Мадрид. А блин, я же сказал, здоровье там есть. Чё ж ты не брал? Я что-то не понял, что-то загорелся вообще непонятно из-за чего. Опять, от чего я горю? Что происходит? Ну, потому что там, видишь, этот, земля, лава. Пол — это лава. Вот и здесь пол — это лава. Ну, что, не различаешь? Не знаю, у меня все белое. Не пойму. У меня просто снег здесь. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Ну, видимо, у меня что-то не отображается. У меня здесь просто ровный пол. Нормально так. Неожиданно. Видимо, когда рассинхрон произошел, у меня что-то не прогрузилось. Интересно. О, понятно. Интересно, баг. Ready to blow! Там подобрал что шляпу. Тут еще можно немножко хранитель покушать. Вот этот. Бери, Шпругер. Так, я убил одного хранителя. Так, наверное, надо что-то заказать. У нас есть вообще? Так, наш... вот нитро нашел еще. Так, ладно, я все-таки вниз. А, есть на заказ. А, вон еще это что, нитро. А тут небольшие жалежи, да, есть еще он сверху. Нормально. Жить можно, да. Да. А? Coordinates downloaded to scanner.
I'm out. Loot bug down. Кстати, что-то затупил. У меня патронов нету. Тут какая-то тварина. Ай! Ай-яй-яй-яй. Ладно, успел. Блин, зараза. Так. Да, какую-то нитру расковырять. Еще одна. Неудобно, а? Она вся тут расположена. Да, нитро. Да нитро, ну под потолком все. Прям хз вообще, как до нее добраться. Ты там под потолком где-то. Like ну вот, вроде сейчас получится, думаю. Получилось расковырять себе отверстие. Explosives, blights! Так, Молли, иди сюда. Secondary objective completed. Make it home to collect your bonus. А, сюда. Кто там летает? За них там. Это приятно. Там. О, бежит этот самый, вон. Да. А, претарианец. Ой, меня схватили за голову. Ой, ты где, ты где, ты где? Это тяжело сказать. Да. Всё. Relax! I took out the cave leech. Вот этот ящик, блин. Я на ящик лег. Мой ящик никому не отдам. Предупредил бы. Ладно. Не то, что принципиально. А я просто на него упал. Меня на него выкинуло. Я вообще мимо него хотел пролететь. Блять!
Блин, нифига себе, у тебя спецэффект. Should have left my nose on the bloody spice rig. Давай. Down it goes. Wonder what slot the seven. Так, что у нас тут по ориентировке-то? Как у нас тут? Нет, ну ладно. Так, ну надо чинить, да? Значит, этих малышей. Да-да-да. Новый я вроде починил, не дочинил. Вот я его дочинил, да, все. Дары, че там? Как там? Куда там? Ой. Вот он. Ой-ой-ой. О, шляпка. Так, нашел одну ногу. Даже две ноги, понятно. Ну, давай. Coordinates transferred. Gotta check my terrain scanner. Я пойду еще раз разведаю. Stop the triangle! А нет. А блин. Еще одна. О, там претарианец бежит. Вот-вот. А, чё, ты... Блин. Да-да-да. А у меня как раз патронов нет. Блин. Он пока на меня там отвлекся. Так, где там капсул поставил? Здесь вот. Ready to kill some more crates. Уходи.
Так, надо еще одну ногу, да, где-то достать. А там она светится. Нормально все. Ой. Хоть две. Он нам даже не трудали за это. Где-то... А, вот оно. Ой, а я туда... Так, ну я не вижу, вроде все добыли. Вроде здесь ничего больше нету. Да, блин, ладно. Туда, блин, туда, блин. Тутикет желательно. Молли, over here. Getting closer to our quota. Надо закругляться тогда. Overripe tomato. Обойди его там сзади, да? Какой опрессии. What's this? Так, вроде бы все, да. Там смотрел, вроде бы. Было, не было, ничего не было. Все, пошли тогда, хватит. Вроде чем больше все, тупим, да. Больше тупим, тем меньше этих самых. Где там Молли это была? Rocks and stones may break my bones, but beer will never hurt me. Gee, Molly, I'm feeling that's it, lovely, eh? Вот тут еще нога лежит. Да, уже не важно. На металл сдать. Follow them and let's get that drop part fixed. Remember, you can always deposit on the side of the drop part. You can always... Gold Crusher! All mules secured. Now to get the pod working. First, establishing a proper connection between the pod and the space rig. Set up the uplink. I really can't use this for anything. Не спустить или не надо? Или не надо? Я ачивку получил. Покататься на моле в течение 15 секунд. Я помню, такой нет. О, здесь дырка была.
Ай. Ой-ой-ой, там это говно. Херня, надо начинать. Неудобная позиция. Что-то никто не коннектится, да? Да. А кликни на этот самый, выбери ящик. А подожди секунду. А, это самое. Все, а то это самое рассинхрон был. Так, а ты где? Кликни на ящик просто. А, ты внизу, все окей. Не, ремонтируй не, его? Не, кликни просто, выдели его. Чтобы я снизу мог увидеть, где он находится. А, нахерня какая-то. Ты же про этот ящик? Да, я про этот ящик. Думаю, как где бы нам лучше его... устроить, аж вниз спустить его нахрен. Ну, с одной стороны, да, но у нас правда тут supply модуль тут, но вниз можно было бы спустить, там хоть по кругу побегать можно. И здесь, в общем-то, можно, если что. Блин, сложная пещерка такая. Неприятная. Так, отходи. Окей, так получше. Бегут неуклюже. Это с... А, понятно. Я все понял. Я говорю, что это тут у меня светится, думаю. Снег и светится красным. Там, а там оказывается огненная земля, не прогрузившаяся. Пол — это лава.
The floor is lava. The floor is a lava, да? Лава. Ну что, я думаю, хватит копать. Да, может, закажем блока еще сюда. Давай, да, хуже не станет. Supplies are on the way. Lights up. Resupply arrived. Go restock. Тут бы еще я, если самое, что, тогда буду на верхнем перезаряжаться, а ты тут внизу, тебе удобнее будет. Oh, yeah. Grabbing ammo. Ага. Ну давай начнем уже. Че там зря тянуть, только неизбежное. Я подзарядился. А ты? Да. А мне наполовину, но я не хочу брать, а то у меня гранаты полные. Ага. Ладно, поехали. Бля. Let there be light. Сейчас только там кто-то вылез. Да. Вон. Куда вы там вылезли? Ай. Ну а теперь можно и перезарядиться. Ну да. Ready to kill some more crates. Начинаем, да? Да, все, я полный. Ну ты там не переедай. Uplink ready. Triangulation initiated. Do not leave the triangulation zone, or we will lose the connection. We only got one shot at this. Bacteria Trojoy eliminated. Chemical attack. Boom, baby. Что не сверху лезет, конечно, неприятно. Triangulation at 50%. Самое светилки постреляет чуть подальше, чтобы можно было видеть, куда они идут. О, ну сейчас закончим, да, супер. Ой, блин, куда она? Я, наверное, вали, блин. Эй, убьет, не убьет, не убьет. О, хорошо. Чуть не убила. Думаю, у меня сейчас это грохнет. Так, куда? Fuel cells connected. Now you just need to prep the fuel cells and the charge sequence will begin. Так, нитро. Еще один я бы поставил, знаешь. Like that. Things about to go boom. Yes. Ты
Иди сюда, иди сюда, молодец. Сейчас. Так, все лишнее вроде убрали. Это пускай здесь будет. Да. Ну, окей. Я считаю, что можно начинать. Ну, понеслась. Да, я заряжен. Заряжена на успех. Так, перезаряжусь сразу же. Доделываю? Да, да, да. Только потом светилки поставь, что. В принципе, неплохое место. Сверху, сверху. Отлично. А вот это. Have a whiff of this. Fuel cells at 50%. Еще один сзади. Зажали. Вижу, вижу. Ее ускорение придал. Эй, зараза, сдохни уже. Bloody disgusting stuff this is. Ползет, ползет. Choke on this. There was my last time. Spread her down. Stay clear of the spillage. Fire, you animal race number 9. Why take nature? Take it out. Oh, yeah. What's that supposed to hurt? Fuel cells fully charged. Красавчик. Hold your ground. Отходи, отходи. Я пока отступаю. Да, у меня здоровье. Вовремя закончилось. Ну. Onboard mainframe booting. Let there be life. Очень хочется взять боеприпасы. Да-да-да, у меня тоже уже все подзаканчивается. Ты, кстати, можешь прилететь там наверх, по-моему, был, нет? А, тоже не можешь прилететь. Блин, ну ты не вовремя сдох. Черт, побери. Блин, а? Я ж... Все идут, идут, идут на меня, как бы я даже
Переживчика не могу взять. Можно я тебе кину? Конечно. Ладно, у меня есть железная эта самая воля. Ой, бля. Не-не, все, побежали, побежали, быстро, быстро, быстро. 20 секунд осталось. Да. Yes. Это было это мощно. Ничего не скажешь. Успешно все-таки получилось. Это как мне по гномию бросать. И даже в полном составе, ну, вернулись. Ура, 25 уровень. Наконец. У меня еще нет, но уже почти скоро. Ладушки, спасибо, дорогие товарищи, что смотрели. У нас еще одна миссия впереди. Но если вы будете смотреть видео, то вы этого будете просто перещелкивать. Лайки, подписки. И шары, если понравилось. И заходите обязательно в описание. Там ссылки на наш кооператив «Дружба» и «Молдрашен Флит». А также другие соцсети. Ну и, в общем-то, да. В общем-то, спасибо за просмотр. Но...